мы заселились и сейчас готовы показать эту квартиру. Мы просто Вы не представляете, какие мы счастливые вообще. Все, начинаем. Что, ребят, вот он вход в нашу квартиру, это вот коридор. Это наш коридор, чтобы вы понимали, вот это чистый, настоящий мрамор, красота неимоверная. Вот тут у нас еще такое ростовое зеркало. Ну а с прихожей мы попадаем на эту шикарнейшую кухню, вот тут у нас барная стойка, холодильник, именно что шкаф. Все настолько дизайнерски, настолько круто, тут у нас лаунж-зона, PlayStation поставили, фильмы не фильмы. Это просто жесть. Вот это наша комната, наша чтобы вы понимали. Именно шейховская кровать с панорамой. Просто Версачи. Комната называется Версачи. Я не знаю, я просто в вахерах, честно. Это наша первая ванная комната, чтобы вы понимали. Душевая кабинка. Тут 10 человек может поместиться. Тут с музыкой, не с музыкой и так далее. Он вот здесь, коридора. Дальше, вот тут у нас вторая комната. То есть квартира трехкомнатная тоже. Вот это наша вторая, либо это уже третья комната, как видите, для гостей огромная кровать. Тут же есть большая такая гардеробная. В общем, вот так вот это смотрится довольно-таки стильно. Когда мы эту квартиру смотрели, вот до этого момента мы думали, уже нас удивить нельзя. Но то, что нам показали в конце и то, что вы сейчас увидите, все, это просто джекпот. Вот просто джекпот, готовьтесь, сейчас покажу. Джакузи с панорамным видом. Просто все. Посмотрите. Это просто, я не знаю. Ну ладно, да, здесь еще вот еще и барная. Занавесить можно вот такими штучками, чтобы никто не видел тебя голеньким. Ребят, мы прям в восторге. И в восторге от того, что это не просто мы апартаменты сняли на 2 дня, покайфовать, сейчас сделаем обзор. Это квартира, в которой мы хотим жить долго, как минимум год. И я честно в шоке. Я честно в шоке, потому что такой квартиры. Честно, думаю, вот, ну, может, тигра сюда себя завести, тигра, льва, просто, ну, сюда подходит, там, медведя в клетке, чисто шейховская ложа. В общем, целую. Да. Целую. Именно вы.